Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 31. Решаем задачу А. Чебурашка для строительства Дома дружбы привез 524 белых кирпича и 316 красных. Сколько всего кирпичей привез Чебурашка и насколько красных кирпичей было меньше, чем белых? Первое действие. 524 прибавить 316. Тем самым мы узнаем, сколько кирпичей всего привез Чебурашка. 4 плюс 6 будет 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 2 плюс 1 будет 3. И плюс еще 1 десяток будет 4. Складываем в сотни. 5 плюс 3 будет 8. 840 кирпичей всего привез Чебурашка. Чтобы узнать, насколько красных было меньше, чем белых, мы должны от 524 отнять 316. Так как от 4 мы не можем сразу отнять 6, мы занимаем у десятка. И теперь мы 6 отнимаем не от 4, а от 14. 14 минус 6 будет 8. На месте десятков у нас остался 1 десяток. Этого нам достаточно, чтобы от 1 отнять 1. Получится 0. От 5 сотен отнимаем 3 сотни, получаем 2. 208 красных кирпичей. Настолько их было красных меньше, чем белых. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.